У нас появляются гости. Это хорошо. Друзья, кто-то меня видит, слышит, как видно, слышно. Скажите, пожалуйста. Кто-нибудь, скажите, пожалуйста, как меня видно и слышно. Тишина. Видно и слышно. Ну и хорошо, замечательно. Замечательно. Сейчас дождемся остальных наших гостей. Начнем. Может быть, пока собираются гости, кто-то из вас сегодня хочет выступить. Давайте я вас запишу в список. Кому слово дать? Ольга Бугаева, как вы? Хотите выступить? Тишина. Эва Тышкевич. У вас я есть еще желание? Новичок. Я еще новичок, вряд ли. Вы только, наверное, в гости пришли, да? Посмотреть, что это такое. Да. Ну что ж, хорошо, ладно, тогда. Конечно, тут люди будут выступать уж, кто и работает в этой профессии, преподает сам суперджамп, и кто прошел тренировки. Да. Ну, я только два занятия прошла, хотя в сфере эзотерики, понимания мира я уже давно. Ну, мы тоже. Ну, все. Да, каждый почти занимался каким-то своим духовным путем, прежде чем мы пришли и собрались в этой компании, потому что у каждого человека почти есть желание, вот это поиск истины. Нам хочется отыскать что-то такое, которое вот содержит эту жизнь, какое-то высокое понимание. И в нас, наверное, это заложено, поиск истины, смысла жизни, поэтому мы пробуем разные практики, ищем духовный путь свой, мы ищем путь к Богу, вот, к пониманию себя. Поэтому кто проходит психологические тренинги, всевозможные, то есть это много очень дорог на земле. Вот. Поэтому это здорово, что люди ищут. Люди ищут и себя в этот момент тоже раскрывают. И это как раз тоже есть точка роста. Вот. Так что, Эва Тышкевич, а вы откуда? Севастополь. Севастополь. Просто имя, фамилия такая, вот похоже, что не это Румыния. Предки. А, это предки, да? Это предки. Это польская. Польская? А я, между прочим, в Польше жила 3 года. Дочка у меня там родилась, в Польше. Вот. Пока все собираются, даже можем поговорить чуть-чуть. Так будет более разряженная обстановка. Ну да, конечно, конечно. Я жила в Польше 3 года. Мы жили в военном гарнизоне в маленьком городке Бжег, в переводе «берег». Красивейший такой маленький городок с озерами. Там даже есть замок Пестовский. Вот. Это удивительное было время. Время молодости, конечно, оно всегда прекрасно. Вот, 14:00, друзья. Так, мы, наверное, сейчас уже и начнем, друзья. Кто хочет, они попозже присоединятся. Или еще минутку подождем? Я предлагаю минуточку подождать, поскольку народ присоединяется, и ну, дать возможность людям с самого начала услышать какие-то вещи. Давай минуточку. Конечно, лидерскую, конечно. Лидерскую, конечно. Как мы говорим. Хорошо. Хорошо. Хорошо, подождем. Конечно, подождем. Сегодня у нас уютная очень встреча. Я чувствую опять Татьяну и знаю, что будет очень сейчас все так позитивно, так уютненько.
как всегда, собственно говоря, не только со мной. Да, собственно говоря, да. Ну, я вот последнее просто время не всегда удавалось мне присутствовать тоже в силу там, своих обстоятельств. То есть сегодня захожу и вижу тебя в роли ведущей, и это такое просто у меня сразу хочется здесь поприсутствовать. Спасибо. Выступить, возможно, если позволишь. Конечно, конечно. Я думаю, что сегодня нужно позволить выступить всем максимально, всем, кто хочет. И как поэтому, обычно. Да, как обычно. Поэтому все желающие, кто сегодня пришел на круг друзей, перед тем, как выступить, выразить свое желание, вы просто нажмите, там есть такой знак, желтая ладошка. Это ваша готовность взять микрофон и выступить, поделиться вот тем, что у вас там есть, что сказать. Вот поэтому вот мы будем так работать, друзья, сегодня. Вот, 2 минуточки уже у нас. Конечно, мы тут собрались все лидеры и победители, а лидеры и победители не опаздывают, они приходят вовремя, да? Да, давайте начинать. Ну что ж, друзья, мы приветствуем вас в нашей дружной международной семье людей, которые путем собственного развития меняют этот мир. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие коллеги, интеллект-тренеры программы «Суперджамп». Здравствуйте, дорогие наши участники, те студенты, которые проходят или прошли только вот-вот тренировки «Суперджамп». А также мы всех приветствуем гостей, которые пришли сюда просто узнать побольше, что же такое-то за такая удивительная ментальная тренировка, которая длится 10 дней, и почему так меняются люди. И вот об этом, обо всем сегодня мы с вами поговорим. Ну что ж, друзья, давайте знакомиться. Сначала я расскажу немножечко о том, что такое суперджамп. Суперджамп – это тренировки, онлайн-тренировки, которые идут у нас 10 дней, 1 час идет тренировка с тренером, с интеллект-тренером. Это человек особой профессии. Он помогает в наше время не только выстоять, но еще и обрести счастливые качества жизни. Благодаря чему? Благодаря удивительным упражнениям. Мы их называем 8 жемчужин. Они удивительно простые, но до того эффективные, что качественно меняется жизнь всех людей, абсолютно всех, кто прошел эти тренировки. Вы знаете, я хочу сказать, что кто-то проходит не один раз тренировку. Они пришли один раз, прошли второй, третий, и у многих людей возникает пойти и самим преподавать и быть интеллект-тренером. Так же случилось и со мной. Итак, друзья, давайте знакомиться. Я Татьяна Русь. Мне 59 лет, совсем недавно исполнилось. Вот, и на высоте своих 59 лет, пройдя тренировку, я принимаю решение, что я хочу помогать людям. Да, друзья. У меня было в жизни очень много разных поисков себя, кто я такая, зачем я пришла на Землю, что я могу здесь изменить, что сделать лучше. И я себя пробовала в разных абсолютно направлениях. Вы знаете, я хороводница, да, я сама создаю хороводы красивые. Я долгое время собирала фольклор, народные игры, хороводы. У меня своя хороводная игровая программа, у меня есть ученики, мои последователи, которые сделали это движение уже популярным. И, может быть, вы знаете, что в России сейчас везде проходят фестивали хороводов. Вот. Еще 20 лет тому назад я запустила это движение со своими учениками. А дальше я являюсь режиссером фильмов и спектаклей. Мой фильм «Школа будущего» о новом подходе к детям явился, ну как сказать, итогом, наверное, моего глубокого размышления о том, какими же должны быть школы, чтобы в школах дети могли счастливо учиться и раскрывали все свои творческие способности. И мы взяли опыт школы Михаила Петровича Щетинина, педагога-новатора, и сняли с Виктором Чугаровым, режиссером, фильм «Школа будущего». Есть он на YouTube, можете посмотреть.
И, может быть, это хвастовство, может быть, нет, но я хочу сказать, что наш фильм в том году на фестивале в Киеве «А на земле быть добру» занял призовое место. Вот. Это был фестиваль позитивного творчества. Светоносные люди очень хорошо работают. Поэтому это все существует. Также я мама троих детей. Также я создаю родовое поместье. У меня есть гектар земли, где я посадила более 1000 деревьев разных. Я очень люблю природу и хочу вот этот маленький кусочек превратить в рай с великим многообразием флоры и фауны. Вот, что же еще есть? Могу сказать, что у меня есть любимый человек, я встретила свою половиночку, и мы с ним очень счастливо живем. Так, что еще о себе? Ну, а я хочу еще сказать, что я являюсь счастливым интеллект-тренером, потому что сама эта профессия меня несказанно развивает. Я расширяюсь, потому что я отдаю людям те величайшие знания, которые я накопила к этому дню. А их так много было. Сколько я практик прошла, боже мой. Я только по детке Порфирия Иванова 2 года обливалась холодной водой утром и вечером. И вы знаете, когда я пришла в джамп, когда я вошла в эти тренировки, я получила те недостающие качества для своей жизни, те привычки, которые я и искала. Особенно там есть такое прекрасное упражнение «Защита от информационного яда». То, что нам сейчас всем очень нужно, да? Вот. Вот это меня очень сильно впечатлило в этих тренировках. Также, конечно, то, что мы хозяева своих мыслей. А мысли – это чертежи будущего. И вот, друзья, когда вы начинаете определенным образом мыслить, отслеживать негативные мысли и стараться только быть солнечным существом, дарить счастье, любовь, радость этому миру, понимаешь, что ты сам становишься руководителем этого мира, понимаете? И чем больше нас таких людей будет, осознанных, тем быстрее прекратятся все катаклизмы, все вот какие-то военные события, все это обязательно прекратится, чем больше будет вот таких вот тренировок, воспитывающих людей, не просто лидеров и успешных, это да, но еще воспитывающих людей осознанных. Мы говорим, что суперджамп – это взрослая педагогика. Да-да, взрослая. Вот мы привыкли воспитывать детей, там, кошек, собак или еще кого-то, а тут на суперджамп приходится воспитывать себя. Да, начинать с себя. И когда ты воспитываешь себя, а потом видишь, как окружающий мир меняется, это большого стоит. Ну вот, друзья, я немножко рассказала о себе, о том, как это было у меня. Я очень люблю профессию интеллект-тренера. Я провела всего лишь 2 тренировки с 2 группами, но мне это очень понравилось. Очень понравилось, потому что здесь обретаешь мощную силу, мощную энергию, потому что чувствуешь свое величие. И вы знаете, я вам скажу, что часто мы на тренировках друг друга называем величайшей, легендарной. А почему мы так друг друга награждаем такими высокими эпитетами? Да лишь только потому, что мы верим, мы, интеллект-тренера, все понимаем, что каждый человек на Земле гениален. Он совершенное существо во Вселенной, он создан по образу и подобию. И вот когда мы обращаемся вот к этой величине, мы говорим «великий», «легендарный», мы помогаем человеку стать таким. И сами растем, и сами становимся такими. Вот, друзья. Ну что ж, теперь я хочу передать слово прекрасной, замечательной, удивительной девушке, которая тоже уже работает интеллект-тренером. Я вижу ее прекрасное сияние, ее нежный голос, ее вот эта вот какая-то прекрасная женская натура, которая вершит чудеса вокруг. Она преобразовывает мир. Встречайте, друзья, это Евгения Воронова. Евгения, бери микрофон, рассказывай. Это я, да? Благодарю. Про меня было все сказано. Да, благодарю за такое представление. Так приятно, что я вот так выгляжу. Я просто хочу спросить прощения. Я немножко простыла, и у меня немножко в голос буду говорить, так вот в нос. Но в то же время так хочется сегодня почему-то именно выступить. Именно сегодня, как никогда. Ну, даже я не могу назвать это выступлением, да, просто
ну, поделиться, да, своими какими-то мыслями, ну, результатами, опять же, в нашем таком теплом, тесном кругу. Я приветствую всех и представлюсь. Меня зовут Евгения, мне 48 лет. Я долгое время работала экономистом в банковской системе, в финансовой сфере. 25 лет я посвятила этой деятельности. И знаете, вот в конце прошлого года, в декабре, но это, конечно, не случилось в один день, да, это потихонечку накапливалось во мне. Просто наступил момент, когда я уперлась просто в карьерный потолок, ну, в какой-то степени даже профессионально, наверное, выгорела, да, то есть я отдала этой профессии большую часть своей жизни, и я поняла, что она не приносит мне удовольствия, я не чувствую вот этого вот состояния счастья, радости от жизни. Ну да, конечно, там зарабатываешь какие-то деньги, но эти деньги, они, ну, понимаете, они вот счастья не приносят. Ну, ну что ты их на себя потратишь? Ну сколько можно на себя потратить этих денег? И мы понимаем сейчас, что такое счастье. Это когда ты отдаешь. Когда ты отдаешь, вот просто в какой-то момент вот ко мне это пришло, что ну нет счастья, что делать? И я просто бросила и уволилась сама, ушла в никуда, хотя мне говорили друзья, что сейчас кризис очередной, куда ты пошла? Ну кризис, он, по-моему, вообще у нас не заканчивается, поэтому мы не можем ждать, когда у нас очередной кризис закончится, а просто сейчас нужно действовать, особенно в наше такое неспокойное время. Я считаю, что вот то, что сейчас пришла вот эта профессия интеллект-тренер, это просто нужно абсолютно каждому. Просто абсолютно каждому. Вот знаете, я когда 3 месяца назад сюда пришла, мне в первую очередь было интересно самой, что мне это даст. Потому что я человек, который постоянно находится в саморазвитии. Постоянные тренинги личностного роста, курсы, коучинги, какие-то бесконечные обучения. Я не знаю, сколько я за свою жизнь потратила денег, я даже не представляю, сколько миллионов на свое обучение. Просто. И вы знаете, в какой-то момент я думаю, ну в какой момент? Это когда я уже прошла первую тренировку Суперджамп. Вот знаете, ко мне пришло такое понимание, что я столько времени тратила на эти тренинги, коучинги, столько денег, а что я до сих пор не стала такой счастливой, богатой и успешной? Получается, что все эти деньги были потрачены впустую. Я понимаю, да, тренинги, конечно, хорошая штука, это, ну, действительно, там какое-то время такая вся вот в возвышенном таком состоянии порхаешь, но происходит какой-то момент, проходит, и ничего не происходит в жизни. Вот, и когда я начала изучать, вот сначала я прошла обучение, я прочитала, конечно же, книгу Владимира Довганя, которая очень сильно на меня влияние оказала, и я начала понимать, что вот, знаете, вот есть человек, есть определенные люди, да, которые добились в жизни успеха. И Владимир Довгань, он сам себя выстроил. У него нет богатых каких-то родителей, родственников. У него обычные родители, они трудяги, работяги, и он свою жизнь выстроил просто сам. И добился всего самостоятельно. У него такой огромный жизненный опыт, и опыт как бизнесмена, предпринимателя, и опыт просто жизни. И раз уже он таким стал, то ему есть с чем поделиться, понимаете, что я понимаю, что раз он уже вот действительно там счастливый, богатый, успешный, он дает возможность нам сейчас тоже это получить. А все почему? Потому что он тоже понимает, что эти деньги, они, ну, их, ну, можно зарабатывать миллиарды, но они не несут это состояние счастья. И вот он в какой-то момент, это было, конечно же, уже давно, когда он начал задумываться о том, что можно сделать, чтобы множество людей вот это состояние, да, принести счастье тоже, отдать вот эти свои знания. Он придумал вот эту методику, которая реально работает. Понимаете, что я ее через себя пропустила, и я понимаю, что это то, что работает, потому что в моей жизни начали происходить, наконец-то, изменения, которые долгое время, вот ничего не происходило. У меня были какие-то проекты, которые лежали, ну, никак я не могла их двинуть с места, поскольку я была не уверена в себе, мне было все как-то, я не знаю, вот я вот это не смогу. И, Татьяна, я прошу меня остановить, потому что я бесконечно могу, я сейчас постараюсь завершить быстро, потому что знаю, что всем, наверное, многим хочется поговорить.
Вот я просто о себе говорю, что наконец-то вот этот интеллект-тренер, вот кто он такой, интеллект-тренер? Это тот человек, который берет вас просто за руку и вместе с вами идет к вашим результатам. Это тот человек, который поддерживает ежедневно ваш моральный дух, который поддерживает ваше психоэмоциональное состояние. Вот утром он уже просыпаемся, и мы начинаем, что ты такая, ты все можешь. Вот это состояние его у меня не было. У меня была куча знаний, но не было энергии, чтобы это все двинуть. Вот эта энергия, она здесь дается. То есть с вашими всеми знаниями вы получаете еще такой заряд энергии. Естественно, нужно что-то делать. Естественно, это здесь вот суперджамп, он не о том, что вы приходите, садитесь и слушаете, что же вам тут нового расскажут. Нет, вы начинаете делать все вместе с интеллект-тренером. Это тот человек, который будет вместе с вами весь этот курс, и вы будете все это делать вместе. Это очень интересно, это очень легко. И знаете, даже весело, я вам скажу. И вообще вот эта вся здесь аудитория, вся эта ассоциация, это о том, что здесь очень хорошо, понимаете, здесь всегда весело, уютно. Здесь очень хорошая история. Посмотрите на нас, мы обычные люди, но мы всегда в хорошем таком энергетическом состоянии. Вот. И вот это вот все на меня оказало большое очень влияние. Я поняла, что я тоже хочу этим заниматься. Я это сделала, тоже делаю в своей жизни. Конечно же, стала интеллект-тренером, тем человеком, который хочет делиться своим состоянием, хочет передавать это все людям. Вот. И вот как-то так. Я вот с полной уверенностью сейчас могу сказать, что интеллект-тренер, он нужен просто каждому сейчас человеку. Просто каждому, любому. Потому что... ну вот знаете, как вот в спортзал мы ходим, и есть фитнес-тренер, который такой весь красивый, с таким красивым телом, да, и он показывает вам, как нужно прокачивать свое тело, да, но вы на него не будете смотреть, или вы можете на него смотреть, но вы никогда не станете таким же красивым, пока не начнете делать тоже эти упражнения. А вот интеллект-тренер — это тот человек, это тренер, это новая совершенно профессия, и она так нужна сейчас людям. Это человек, который ежедневно будет помогать вам прокачивать свои мозги для того, чтобы стать еще лучше самой, чтобы двигаться по жизни. Вот. Это просто невероятно, то, что происходит. Это просто открытие всей моей жизни, интеллект-тренерская профессия. Все, я закончу, потому что я не могу остановиться. Это то, о чем я могу говорить долго. Вот. Просто у нас начинаются, еще хотел сказать, тренировки очередные завтра. И подключайтесь к тренировкам. Конечно же, мы вас всех ждем. Долго не думайте, поскольку мир стремительно меняется. Очень быстро происходят изменения. Мы даже утром уже не понимаем, что у нас вечером случится. Поэтому не раздумывайте. Все, заканчиваю. Передаю наш замечательный микрофон великолепной Татьяне. Благодарю за предоставленное слово. Евгения, спасибо тебе большое за твой рассказ. На самом деле, вот любого тренера спроси, что он проживает, как он это видит, как он это несет в себе. И вот каждый расскажет по-своему, каждый со своими изюминками. Спасибо тебе именно за твой рассказ, за твое такое яркое впечатление. Вот, я очень рада, что я знаю тебя. Ну что ж, друзья, а дальше я передаю слово Оксане Шумовой. Это Оксана с нами здесь, да? Да, она выступить. Замечательно. Оксана, прекрасная наша женщина-цветок благоухающий. Смотрите, василькового цвета она сегодня, и аромат от нее исходит васильковый. Улыбка, само очарование. Ну, конечно, вот такие женщины-звезды меняют этот мир к лучшему. Вещай, родное сердце. Благодарю тебя, благодарю, принимаю. Добрый день, друзья. Добрый день, семья. Все мы с вами семья, да, люди, которые меняют этот мир к лучшему. Меня зовут Шумова Оксана, я проживаю в городе Белгород, мне 39 лет. Ну, еще задолго, года 4, наверное, назад я уволилась из найма и начала заниматься саморазвитием, начала проходить курсы актерский, ораторский, энергичный оратор, различные курсы, ну, вообще вот различные, онлайн, офлайн, там, ну, всякие такие тренинги, там на улице нужно было, задания были спеть с человеком, попросить денег, сфотографироваться, ну, различные такие задания, такие, ну, действительно, ну,
такие тяжелые, да, вот попросить денег на улице, это вообще просто, я не знаю, я так подошла к одному мужчине, но я так и не смогла попросить ни у кого, потому что, ну, видно, какой-то комплекс был, но это было, ну, за 3 назад. Ну, затем стала еще проходить различные тренинги, вот, ну, много осознаний пришло, развивалась, ездила там и за границу на обучение, и в разные города, и на всякие большие мероприятия, начала проводить игры, денежный поток по финансам, так, как была в компании, связанной с финансами. Вот. Но в декабре месяце у меня произошел развод после 20-летней совместной жизни. Вот, в феврале месяце моя, ну, компания, в которой я строила карьеру, временно приостановила свою деятельность. И так получилось, что я осталась без мужа, ну, это была моя инициатива, я была рада и счастлива, что все-таки мы развелись. Вот, без источника дохода, ну, я была в депрессии, но не падала духом, я живу и знаю, что выход есть всегда, ну, не может такого быть, чтобы не было выхода в жизни. Я пошла в такой опыт голодания, пошла на 21 день голодать с запросом услышать себя. Параллельно со своим голоданием, ну, я еще моржую, записалась. Ну, у нас такой марафон был по зимнему плаванию, там из разных городов приезжали люди, и мы в проруби длиной 25 метров плавали на время, и я тоже приняла там участие. Ну, в общем, поддерживала себя как могла, но все равно все мои, ну, участия, принятия во всех, как бы, мероприятиях, они мне не давали энергию. Я, ну, когда проголодала, я выдержала это 21 день, я, конечно, благодарна за это себе, и когда я оглядываюсь назад, вообще, честно, я сейчас не понимаю, как я выдержала это, но я выдержала легко, была настроена. Я не хотела говорить ни с кем, зато я научилась слушать и слышать людей после такого замечательного опыта. И я искала, чем же мне заняться. Ну, я еще после школы хотела поступить на факультет психологии, но не получилось. И как бы это моя была такая школьная мечта. И в конце мая меня пригласили пройти данную тренировку, которая называется «Суперджамп». А так как у меня не было энергии, подруга сказала: «Пойдем, ты увидишь, как у тебя поднимется энергия, и жизнь станет бить ключом». Я ей поверила, я сразу вошла как интеллект-тренер, прошла одну тренировку, и помню, первое задание у нас такое, 200 улыбок, такое простое задание. И когда закончилась, ну, онлайн-тренировка, я вышла на улицу, у меня было столько энергии, столько радости, еще солнце, начало июня. Я вышла и начала, как ребенок, просто прыгать по улице, как вот, знаете, со скакалкой. Пошла с собачкой за дом гулять, машины едут, а я просто несусь, прыгаю, радуюсь солнцу, радуюсь жизни. Это вообще, это такое непередаваемое ощущение. И вот с каждым днем после прохождения тренировок я стала замечать в себе изменения. Но я на этом не остановилась. Я прошла первые 10 дней, потом пошла еще на 10 дней сразу к двум тренерам, к Андрею и к Сергею в 6 утра и в 9 утра. И вот здесь, когда уже в день 2 часа я, ну, вникала, да, вот все это проходило, солилась в банке, как вот, знаете, попадаешь в банку с солеными огурцами и сам просаливайся. Я начала чувствовать поднятие энергии. У нас такие были замечательные Наталья Пушкина, Никита Алимасов, Сергей Хумаров, ну, это наши звезды. Вот, и мы были в одной группе и настолько друг друга поддерживали всегда. И вот почти заканчивала я проходить уже вот эти две тренировки. И вот, знаете, наверное, существует, ну, как, не знаю, послание от Бога, да, вот это счастье. И именно вот в тот момент ко мне
в мою жизнь постучалась моя любовь, этот мужчина, любимый мой, который сейчас со мной рядом, поддерживает меня, вообще во всем поддерживает. И он мне уже сделал предложение, и мы скоро поженимся. Так что это такое, знаете, как Сергей Терентьев говорит, это побочный эффект от суперджампа. Поэтому у кого нет пары, кто ищет свою любовь, приходите, проходите тренировки, поднимайте свою энергию. Ведь когда у людей нет денег, да, например, почему нет денег? Это нет энергии. А когда нет энергии, к нам ничего не приходит в жизнь. Мы пустые, мы не можем притянуть просто ничего. И даже какая возможность к нам приходит, мы ее пропускаем, потому что мы не можем видеть, не можем чувствовать. Как я, знаете, пригласила женщину тоже на тренировку, она один день побыла, второй день, а потом мне пишет: «Оксана, ну какие улыбки, у меня денег нет, у меня энергии нет». Мне вязать надо после работы, у меня тут две работы. Я говорю: «Лариса, именно поэтому я тебя и позвала». Но я ее, конечно, отпустила, дверь открытую оставила. Но вот, люди, просто услышьте, если к вам постучались в дверь, вас пригласили на данную тренировку, на данную встречу, с завтрашнего дня у нас начинается 3 тренировки сразу. Запишитесь, пройдите до конца. Первый день вам, может быть, покажется смешным, что там такое 200 улыбок, но дальше вы просто себе не можете представить. У меня сейчас проходят девочки, уже мои интеллект-тренера, которые проводят. И вот я вчера, знаете, такое осознание пришло, любовь ко мне пришла, да, мужчина, я рада, все, счастлива, как же, ну, по-женски счастлива. Но у меня все равно было закрыто сердце. И вчера после вот нашей тренировки, 7-й день был, я такая сижу, и я понимаю, я люблю всех, вот я просто хочу кричать. Я им там слова благодарности в группу написала, я сижу, плачу, у меня настолько вот эти вот радость от того, что, Боже, до меня достучались мои девочки, они мне вот помогли брать именно вот какой-то пласт из моего сердца и открыть мое сердце и душу. Я люблю вас всех, обязательно открывайте свои души, открывайте сердца, зажигайте сердца каждый день, ведь мы спасаем мир, и только мы, интеллект-тренера, можем изменить этот мир к лучшему. Всего хорошего, благодарю вас. Оксана, спасибо, что ты поделилась. Ты прям как фонтан счастья какого-то. Вот смотришь на тебя, слушаешь и тоже заряжаешься такой неимоверной силой счастья, которая вот содержит твоя душа сейчас. Ты прям струишься вся. И вот по поводу того, что ты говоришь, вот ходила ты на тренировки, и вдруг вот совсем недавно еще что-то открылось, да, в тебе, что там прям душа открылась. И знаешь, я тоже вроде бы, я интеллект-тренер, я вела одну тренировку, вторую, и на второй тренировке у меня на последний день вообще там слезы. Все, вот я даже не ожидала такого раскрытия. Друзья, оказывается, мы неиссякаемые источники энергии и собственных открытий. И это может происходить постоянно. Иногда, может быть, 10 раз ты пройдешь эти тренировки, еще что-то откроется, еще большее для тебя. Мы имеем безграничные возможности. Здесь на суперджамп это все открывается. Друзья, всех приглашаем. Ну что ж, я благодарю тебя, милая Оксана, и я знаю, что ты будешь очень счастливая, любимая, со своим любимым. Вот, желаю искренне вашей семейной паре теперь уже нового полета. И тут недавно поднимала руку Ольга. Я, к сожалению, не увидела фамилии. Ольга поднимала руку. Ольга, берите микрофон, вещайте. Оксана, благодарю. Ольга продолжает. Татьяна, добрый всем день. Так, меня видно. Вы знаете, я случайно, конечно, нажала. Так, не вижу. Я случайно, но случайности не случайны, поэтому я всех приветствую. Вы знаете, Татьяна, я уже на второй встрече вашей, и насколько действительно вот вы такой душевный, открытый человек, развивающийся, и всегда приятно быть в вашем поле, поэтому вот с удовольствием присутствую на нашей встрече. И всем-всем желаю действительно вот развития. Мы в нужном месте, в нужный час, и мы, конечно, занимаемся очень нужным делом, необходимым делом, да, которое именно мы чем занимаемся, да, мы образовываем людей,
И это очень важно. Поэтому вот такое включение мое небольшое. Всем привет, потому что я знаю, тут мои девчоночки тоже есть. Вот я всех приветствую, я всех вас люблю и обнимаю. Всем хорошей встречи. Спасибо, Ольга, очень приятно. Тогда мы слово передаем Андрею Акимову. Андрей, вещай родное сердце. Благодарю, Татьяна. Благодарю, всех приветствую. На самом деле... Я вот, знаете как, в суперджамп попал по нужде. Я долгое время занимался инвестированием, да, я занимался прям серьезно. У меня была великая такая мысль, идея, что мы через правильную финансовую систему, через кооперацию, когда мы, объединившись, мы не будем каждый из нас там думать, как обеспечить себя, как свое там будущее, а мы, объединившись, передав эти функции профессионалам, каждый будет заниматься своим творчеством, своей душой, да, улучшением своей жизни. Но так случилось, что вот какие-то события, и в один прекрасный момент это раз, и проект все замерз, да. Все, его практически, ну, вот, действия там все остановились. Там доходы у меня были в течение нескольких лет, ну, около 1 000 000 рублей в месяц и более. И я там вот, когда ко мне приходили с такими предложениями, пару раз там даже кто-то пытался мне суперджамп рассказать, я говорю, я в своем предназначении, я делаю миссию своей жизни, и я очень горел той идеей. Но когда вот это все остановилось, было очень интересно, что я обратил внимание, да, я даже не так, я могу сказать, что я отправил запрос в небеса, и мне ответ на этот запрос пришла возможность через суперджамп. Сначала я отнесся к этому очень скептически, ну, представляете, да, я много лет занимался там серьезное инвестирование. До этого у меня были свои IT-бизнесы, да. Я вот в городе Красноярск, у меня несколько там своих компаний. Я достаточно успешный, осознанный. У меня свой центр осознанности. Мне очень нравится развиваться. Я, ну, наверное, нечем было меня удивить, да. Я так думал, что я знаю все. От расстановок, гипноза, там, шаманизм. Вот все было в моей жизни. И тут вот мне рассказывают, что за 10 дней меня вдруг вот могут вывести из состояния вот этого упадничества, из этой депрессии, где, ну, на тот момент я прям не видел. Не хотелось заниматься уже просто деньгами, хотелось вот себя реализовывать, хотелось жить мечтой, хотелось сделать что-то доброе, светлое дело. И это меня, ну, вот на самом деле зажигало. То есть, когда я попробовал в каких-то сферах деятельности других, я понимаю, ну, купли-продажи заниматься, ну, во-первых, это не вдохновляет, а во-вторых, там у меня очень много трейдеров, которые показали, что любая деятельность, которая не развивает в нас настоящие вот наши чувства, наши таланты, она неизбежно делает нас более такими цифровыми. Да? И многие там ждут, когда нам кто-то там чипировать нас начнет, там еще что-то. А на самом деле вот здесь и сейчас люди сами выбирают ту сферу развития, в котором они живут. И вот я между вот такими выборами, либо там в трейдерство пойти, либо там в риэлторство заниматься, либо еще что-то, я понимаю, что мне ничего не радует, и вот я отправляю запрос в небеса, говорю, вот высшие силы, дайте мне вот тот путь, который будет меня вдохновлять, и который бы приносил мне достаточную финансовую, да, там, свободу. И когда пришел суперджамп, мне Наталья Ивашко присылает сообщение, причем человек, с которым я мельком один раз по телефону поговорили ни о чем, да, и вот все, больше мы в жизни не касались. В этот момент я принял решение, что я разберусь с этим суперджампом, да, что это такое. Захожу, и на первых тренировках у меня вот до смешного там смотрю и думаю, как вот это может мне помочь. Но уже было все заплачено, уже было такое, думаю, дойду до конца, и я пошел. И какое же было мое удивление, когда на 4-й день тренировок я вдруг из вот этой депрессии, низкой энергетики, вдруг начинаю чувствовать другой вкус жизни. Я вижу радость, я вижу желание жить, я чувствую, что я могу, я сейчас сделаю, я очень быстро там какие-то старые вопросы закрыл, и
начал заниматься суперджамп, потому что здесь, ну, вот то состояние, которое я получил, это такое состояние, да, оно сродни такой повышенной осознанности и при этом огромной энергии жить, да. Я хотел, чтобы все мои близкие, знакомые, чтобы они были в этом состоянии. Это намного, да, в разы счастливее состояние, которое было буквально несколько дней назад. И знаете, вот тогда я вспомнил очень глубокую фразу, что счастье – это не путь назначения, к которому мы идем всю жизнь. Это способ прожить эту жизнь. Это способ вот пойти по жизни. И мы вот здесь, в суперджампе, сейчас уже по истечении нескольких месяцев, когда я уже сам преподаю, да, когда я уже здесь тренер суперджампа, и я гордо об этом заявляю. Все люди, которые проходили, вот недавно у меня закончилась, ну, тренировка, там группа, и знаете, вот со слезами на глазах люди говорили, что вот то, что они приобрели здесь, оно, ну, вот, очень ценно, это меняет жизни, меняет мышление, меняет отношения, меняет все. И настолько это ценно, что, ну, если честно, я даже не думал, что на этом можно зарабатывать. Когда я начал этим заниматься, я спросил, сколько здесь вообще, вот, реально занимаюсь таким делом, потому что у меня много в окружении, кто делает это дело, ну, скажем так, практически даром. И, ну, вот все почему-то принимают решение, что помогать друг другу можно только вот, не получая ничего взамен. И у меня вот четкое такое понимание, что, ну, нельзя было на этом зарабатывать. Для меня, ну, предыдущий весь опыт моей деятельности, он четко показывал, что для того, чтобы зарабатывать большие деньги, надо вот где-то в сфере инвестиций, большого производства, там, где много сложно и все не просто так, да. А здесь простые упражнения, которые мы все знаем, но при этом они имеют огромный колоссальный эффект в группе. Этот эффект усиливается еще там в сотни раз, и это, за это можно получать серьезные деньги. Меня тогда познакомили с Робертом, я у него спрашиваю, какой у тебя доход, и он сказал, я за последний месяц получил более 8 миллионов в месяц. Представляете? Как вот, делая людей счастливых, можно здесь еще и зарабатывать деньги. Для меня это, конечно, было разрыв всех моих шаблонов. Ну, я доверился процессу и пошел в это. Первый же месяц у меня там доход в 200 тысяч был. Но самое главное все-таки это не вот эти деньги, да, а то состояние, когда ты делаешь людей счастливее вокруг себя, это, ну, нельзя ни за какие деньги посчитать, сколько стоимость счастливых людей, да, людей, которые вышли из депрессии, людей, которые улучшили отношения в семье. У меня настолько хорошие отношения в семье были, что я думал, что лучше их нельзя сделать. А мы на другой уровень, даже в наших отношениях вышли, да, мы, ну вот, настолько это вот ценностно, что суперджамп я прям прочувствовал. Я вспомнил свою мечту, что я хочу делать этот мир лучше. Я вспомнил, что, да, внешними факторами, которые я хотел сделать, это через инвестиционную компанию, это, ну, такой путь далекий, более долгий, да. А если это идет из состояния счастья, если все люди, максимально большое количество людей мы сделаем счастливыми, то вот из состояния счастья это все будет просто результат нашего состояния. И сейчас я горю этой идеей, я провожу тренировки, даю возможность каждому человеку, который уже проснулся, который видит эту очевидную вещь, что счастливым, вот став счастливым, нам делать свою жизнь более красивой, совершенствовать этот мир намного правильнее и естественнее. И из этого состояния все вопросы решаются совершенно по-другому. Это, конечно, то такое большое озарение, то открытие для меня суперджампа, это такая одна мощная энергия, знаете, как для осветления нашего человечества. И сначала то, что для меня было удивительно, то, что здесь вот можно даже такие серьезные деньги зарабатывать. А сейчас я понимаю, что это единственный, наверное, путь принести большие изменения на этой планете, да, для того, чтобы те люди, которые делают настоящую пользу, настоящую
знаете, фундамент человеческий в людях усиливает, делает более счастливыми, более осознанными. И, знаете, вот такое ощущение, что я сейчас соединился с собой максимально, да? То есть я стал самим собой. Я в свою мечту вступил, я в свое предназначение вступил, и я делаю все. Да, бывают разные ситуации, бывает, где-то понимает, где-то не понимает, но это настолько радует на этом пути. Неважно, да, там, что происходит, потому что... здесь полная ясная уверенность. Все очень экологично, да, если человек не получил результата, ну, всякое бывает, да, вот есть люди там из почти 100 тысяч человек, которые прошли наши тренировки, около 50 попросили деньги обратно, и им возвращают, да, 100% гарантия на результат у нас. Здесь классное, знаете, как окружение, это вот то окружение, в котором мы создаем новые нейронные связи. Вот эти нейронные связи, которые у нас в мозгу создаются, они определяют наше мышление, отношение к жизни и все, что у нас происходит. И уже психологи многие доказали, что оно, наше мышление зависит от нашего окружения. Да? Если оно даже не определяется им. И более вот такого чистого, понятного, осознанного окружения людей, которые стремятся к счастью и процветанию, ну, у меня еще в жизни не было, да, и это тоже дорого стоит. И здесь много других плюсов таких, которые, ну, вот я сейчас раскрываю, чем больше, чем здесь нахожусь, чем больше я провожу джампы, чем больше глубину каждого упражнения я понимаю, я четко осознаю, это то дело, которое реально может поменять и наше настоящее, и будущее, и то, которое уже делает там, десятки тысяч, уже сделало десятки тысяч людей счастливыми, осознанными и более успешными в жизни, потому что наша энергия определяет все результаты нашей жизни. Ну, это вот очень кратко я поделился своей историей. Да. Надеюсь, что все те люди, которые первый раз слушают эту информацию, обязательно придут на наши мероприятия. У нас много открытых мероприятий, которые дают возможность, да, посмотреть на людей, почувствовать, на какие результаты они получают, насколько здесь вот открытые. Вчера у нас было мероприятие «Триумфальное награждение», и вот несколько раз я прям вот за душу меня хватало истории людей, которые, да, вот, даже из успешной жизни они приходили сюда, потому что вот внутренне, да, вот душа всегда просила что-то другое. Здесь мы наполняемся смыслами, осознанностью, мы здесь наполняемся такой какой-то сверхцелью, которая нас ведет к большей своей реализации, раскрытию своего потенциала. И это продолжает все раскрываться с огромной такой скоростью и огромным таким потенциалом. Друзья, на этом заканчиваю. Желаю вам всем максимально посвятить времени, разобраться, и всем любви, счастья, здоровья и процветания. Андрей, спасибо тебе большое. Друзья, давайте запомним этого интеллект-тренера. Посмотрите, как он интересно все рассказывал. Хочется просто попасть к тебе на тренировку, Андрей. Спасибо большое за твое вот это повествование. Ты прям сразу увеличил какое-то вот такое вот облако счастья. Спасибо. Особенно приятно, друзья, это слышать от мужчин, потому что мы, женщины, такие больше чувственные. Но посмотрите, как и мужчина может тоже раскрыться во всей красе, в своем духе, потому что то, о чем говорил Андрей, о заботе обо всем человечестве, обо всех людях на земле, это же как раз говорит о высоте его духа, о высоком таком полете. И я благодарю тебя, Андрей, за то, что ты говорил сейчас. А слово я хочу передать. Друзья, давайте кто-нибудь поднимайте уже руку, потому что вашу руку можете поднять только вы. И тот, кто поднимет руку, тому мы дадим слово. Смелее. Так, о, Алексей Ятленко, вещай, родное сердце. Добрый день, друзья мои, я рад вас приветствовать. Ну, давайте познакомимся. Меня зовут Алексей Ятленко, мне 64 года. Я персональный тренер высшей категории по фитнесу, силовым видам спорта. Сертифицированный специалист по корректировке веса, нутрициолог,
автор проекта «Фруктовый бодибилдинг». Может быть, многим он знаком. Это проект, который на сегодняшний день охватил 26 стран мира. Чемпион 2002 года, 10-го открытого чемпионата по бодибилдингу среди мастеров. Специалист по нетрадиционной медицине. То есть всю свою сознательную и осознанную жизнь я занимаюсь помощью людям. Так как природа изначально наградила меня практически к выживанию и к умиранию, то я всю свою жизнь с 15 лет посвятил именно всем этим вопросам. И все, что я вам перечислил, все свои титулы, заслуги, этого могло и не быть, потому что в 28 лет меня традиционная медицина приговорила практически к угасанию. И всю свою жизнь я посвятил именно этому. К чему я все это говорю, друзья мои? А к тому, что я сам уже много-много лет, десятки лет веду свои онлайн-тренинги. У меня тысячи учеников по всему миру. Мои книги издаются на нескольких языках мира. Провожу как физические, как психологические тренинги. И казалось бы, друзья мои, а чем меня может удивить суперджамп? Что может быть такого, чего я не знаю, если представьте, что с 15 лет я профессионально всю свою жизнь посвятил именно этому. Это и физическое здоровье, и ментальное здоровье. И это то, чего я знаю, умею. И это мой образ жизни, и это я довожу до своих учеников. И когда мне случайно, а ведь случайности не бывает, поступило вот такое предложение от Сергея Терентьева: «Алексей, а зайди, просто послушай». И ничего больше. Я был настроен скептически. Но интуиция, как всегда, подсказывает, а почему бы и нет? Если я не узнаю что-то новое, я хотя бы еще раз уверюсь в том, что я знаю и что я на правильном пути. И вот это случилось чуть больше месяца назад. Я вошел в первый свой урок вместе со своей любимой Танюшечкой. Мы вместе вошли на эти уроки, и вот тут произошло реальное чудо. Меня удалось удивить человека, который сам всю жизнь посвятил работе с людьми, и меня удалось удивить. И я поначалу не мог понять, а в чем простота, в чем гениальность вообще вот этого метода? Что же такое суперджамп? Казалось бы, обычные упражнения, о которых мы знаем все много лет, которые использовали в своей жизни каждый из нас практически. Так в чем же вот это великое чудо, которое буквально на четвертый день оно перевернуло меня? Оно уверило меня в том, что это именно тот инструмент, это те жемчужины, это та дорога, которую должен пройти каждый. Это ментальная концентрация, это ментальная педагогика. Это то, что позволяет нам понять, а что такое счастье? А кто я? Куда иду? Зачем? Что будет, когда приду? Это дает много вопросов, и тут же ты получаешь ответы. И ответы гениально простые. И вот сейчас я это говорю не с точки зрения какой-то рекламы. Я говорю вам, человек, который все это прошел. Я прошел уже несколько уроков только для того, чтобы еще раз окунуться в эту атмосферу счастья, взаимопонимания. И вот тут я понял, а что же для меня суперджамп? Если не говорить никаких высоких слов, то для меня суперджамп – это состояние здесь и сейчас. Это именно сегодняшнее состояние счастья. Ну что говорить, мы живем сейчас в таком мире, в котором, казалось бы,
как можно быть счастливым, как можно быть успешным, как можно дарить что-то другим, когда такое тяжелое время, когда эпидемии, военные действия и так далее. И я это могу сказать сейчас как человек, который реально знает, что такое военная беда. Мои сыновья, которым чуть больше 30 лет, они уже были участниками 18 лет назад одной из войн. Мой младший сын прошел уже войну. Он участник боевых действий. И, казалось бы, молодое поколение, и вот прошло 18 лет, и сейчас опять вот эти грозовые тучи сгущаются над нами. И я, как отец, прекрасно понимаю, что как специалиста, как участника боевых действий, его могут еще раз призвать. И вы представьте, в каком состоянии родительское сердце, в каком состоянии мое сердце. И только благодаря тому, что вот это новое понимание, вот это понимание жизни, понимание состояния здесь и сейчас, ответственность всей этой, дает мне не просто шанс жить в это время, а дает мне еще шанс развиваться самому, развивать всех вокруг, делиться вот этим состоянием счастья, состоянием любви, быть в состоянии здесь и сейчас. И мне задавали такие вопросы, и наверняка многие из вас слышали. А что такого суперджамп? Это обычные упражнения, о которых мы знаем, о которых, которые использовали на протяжении всей своей жизни. Это хорошие упражнения, не более того. Что они мне могут дать нового? А я теперь скажу с точки зрения своего опыта, что это такое для меня. И уверен, вы со мной согласитесь. Суперджамп – это 8 прекраснейших жемчужин. Плюс именно командная развивающая среда. Та самая среда, которая усиливает результат всего того, что мы там делаем, в сотни, я даже скажу, в тысячу раз. И самый основной плюс – это интеллект-тренер. Вот теперь я сам как интеллект-тренер с большим опытом и стажем. Теперь я могу сказать, что именно вот этот синергизм вот этих вот трех действий, он и работает по-настоящему. То есть происходит вот это великое таинство. Великое таинство. Учитель-ученик. Учитель приходит тогда, когда ученик готов. И к нам суперджамп постучался в нашу жизнь тогда, когда мы были готовы, когда у многих было какое-то отчаяние, неверие в себя, неверие в будущее, может быть, какие-то финансовые проблемы. И вот учитель наш, суперджамп, постучался к нам в виде простых, но гениальных жемчужин. И интеллект-тренер – это тот проводник, который нашу информацию, которую мы владеем все, соединяет в наши знания. Вот это великое состояние. То есть для меня суперджамп – это состояние здесь и сейчас. Это самое важное состояние нашей жизни. Мы можем жить в прошлом, мы можем пилить уже напиленные опилки, мы можем с тревогой думать о будущем. Но это непродуктивно, это не делает нас счастливыми. Мы всегда должны задать себе вопрос, а делает ли меня это счастливым? А хорошо ли мне от этих мыслей, от этого состояния? А приносит ли мне это радость, мне, моей семье, моим окружающим? Если ответ отрицательный, значит, мы занимаемся не тем, значит, думаем не так, значит, что-то мы упускаем. И вот суперджамп для меня – это состояние здесь и сейчас. И моя любимая Танюшка, она поддержит меня, потому что мы оба прошли это и проходим это великое состояние. Наши отношения, прекраснейшие отношения, они буквально через несколько первых уроков взлетели на какую-то такую высокую ступень, которую просто не передать словами. Мы отбросили все лишнее, ушла какая-то шелуха. Мы как бы сверху посмотрели на все, что с нами творится, творилось, и в душе, и эти копания в прошлом. Это самобичевание,
это уныние, это тревоги. И когда это пришло сознание, буквально на 4-5 день мы поняли, вот это то, чем хочется заниматься. А так как моя работа всю жизнь была посвящена и будет посвящена именно работе с людьми, то я вижу прекраснейшую возможность соединения суперджампа и своей деятельностью. Это абсолютно выйдет в свет, абсолютно новая программа, программа здоровья, ментального счастья, программа энергии, любви, процветания. И это все благодаря вот этим простым, но гениальным жемчужинам. Вот это великое состояние здесь и сейчас. И когда я в свое время в молодости увлекался чтением Карнеги, мне очень запала такая глава. Все, что с нами не происходит, мы можем прожить один день сейчас. Какие бы трудности нас не ожидали, какие бы события, жизненные обстоятельства, удары, падения не маячили бы на нашем горизонте, нам надо прожить сейчас, только один единственный день, сегодня. И Карнеги тогда посоветовал: возьмите камень и сделайте гравировку, и там будет одно единственное слово «сегодня». Одно единственное магическое великое слово «сегодня». То есть сегодня, несмотря ни на что, я могу быть счастливым. Сегодня, несмотря ни на что, я смогу пережить этот момент. Сегодня, всего лишь до вечера, я должен справиться с этой ситуацией, продумать ее, принять завтра с утра взвешенное решение. То есть всего лишь один день сегодня, а завтра уже будет завтра. И вот этот один день сегодня, это и есть мое нынешнее состояние, которое в большой степени мне подарили еще вот эти прекрасные уроки суперджам. Сегодня, здесь и сейчас. И заключить я хочу свое вот это вот обращение к вам, может быть, сумбурное какое-то обращение, но оно идет от души, от сердца. Словами своего любимого поэта-философа Омара Хайяма. «Не оплакивай смертный вчерашних потерь, дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не верь, верь минуте текущей, будь счастлив теперь». Друзья мои, я вас еще раз поздравляю, тех, кто уже на этом прекрасном пути, а особенно поздравляю тех, кто сегодня в первый раз с нами слышит нас. И пусть вам не покажется, что это мы такие все пафосные, пытаемся что-то вот строить из себя, что-то показать. Нет, это состояние счастья, оно реальное. И все, что мы сейчас говорим, это мы говорим от души. Поэтому, друзья мои, благодарю вас за внимание и спасибо за то, что выслушали меня. Благодарю. Алексей, спасибо тебе большое. Я очень рада видеть тебя, видеть, что ты превзошел, немножко поболел, а потом вышел и снова такой на коне, вещаешь. Все, что ты говоришь, это мне так близко, так знакомо. Спасибо, родное сердце. И, друзья, смотрите, какой сразу человек получает вот этот вот рост, когда наваливается все вокруг, там, да, вот эти события, которые сейчас за окном происходят, а благодаря суперджамп этим упражнениям мы взращиваем вот этот свой дух, свой вот этот стержень и твердо и четко живем здесь, сегодня, сейчас, да, вот как Алексей говорил, сегодня, сейчас мы можем с этим жить, потому что у нас есть величайшее понимание, что все и очень многое, друзья, зависит от нас. Очень многое зависит от нас самих, наши мысли, они же транслируют во Вселенную, либо они транслируют, что они транслируют, там, печаль, уныние, страх и так далее, либо мы все равно верим, что все хорошо и будет еще лучше, мы любим это слово «еще», потому что «еще» нам позволяет еще жить дальше и жить еще лучше, еще успешнее. Мы любим это слово «еще».
И вот оно вот так вот и будет все продолжаться, благодаря вот таким вот осознаваниям и пониманиям. Мы сами во Вселенную несем. Вот если мы, большое количество людей на Земле захочет отменить вот это то, что происходит, и нам не нравится, вот мы выйдем все, соединимся друг к другу и скажем, мы отменяем предреченный ад Земли, мы отменяем это все. И силой, той силой, которой мы сейчас владеем, мы интеллект-тренера, мы те люди, которые прошли джамп и которые уже начали осознанно относиться к своим мыслям, мы же можем все это остановить. Мы не хотим этих событий, мы хотим мира между всеми народами Земли. Друзья, вы только представьте, 65 стран вошли в ассоциацию. Люди разных стран сейчас мечтают как раз жить в мире дружбе и согласии. Пока политики где-то там что-то выясняют отношения, мы простой народ, мы дружим. Иногда бывает, выходишь на круг друзей, а там Италия, а там Монголия, а там Прибалтика, а там Америка, а там еще, и смотришь, и Германия, и смотришь, и радуешься. Люди вещают, люди разных стран вещают, и мы же на тонком плане все соединяемся в какую-то единую полевую структуру дружбы, дружбы всех народов. Вот ведь, друзья, что происходит. Поэтому суперджамп – это какое-то проявление такое, величественное проявление божественное на Земле, вот какой-то вот как бы уже зов новой цивилизации, что мы входим в новую цивилизацию, мы меняемся благодаря суперджамп, не просто так говорят, квантовый скачок, мы меняемся, мы энергетически меняемся, мы сонастраиваемся на самые светлые чистые мысли. И что? И, конечно же, мы будем творить, мы творцы новой нашей реальности, новой цивилизации. И наша дружба, дружба народов сотворит чудеса, я в это верю. Должны закончиться скоро все нежелательные события на Земле, разрушительные. И наступят только созидательные, творческие состояния дружбы народов. Вот, друзья, тут я смотрю, появилась Наталья Карасева. Наталья Карасева, я хочу тебе предоставить слово. Друзья, вы представляете, я вам... Масло масляное называется. Я представляю вам удивительную девушку, женщину прекрасной души, богатой души. Это ароматный цветок. Она идет по земле и своей улыбкой просто очаровывает этот мир. Она идет, люди оглядываются на нее и хотят тоже испытать вот этого же самого счастья, что она несет в душе. В ее глазах просто звезды. Голос, сама мелодия Вселенной, это девочка Вселенная. Она обладает такая хрупкая, такая нежная, обладает такой удивительной силой, магической силой. И она творит прекрасную новую реальность в любви. Встречайте, это Наталья Карасева. Вещай, родное сердце. Спасибо огромное. Так приятно тебя всегда слышать и видеть. Одним твоим вот появлением. Я уже наполняюсь счастьем. Мне хочется сказать, поделиться своими впечатлениями после того, как я прошла суперджамп. Я поняла, что огромные, большие осознавания происходят после. Вот после того, как прошла, я прошла весь суперджамп. Мне хочется поделиться именно после того, как я, после последней тренировки своей, я прошла тренировку у Андрея Акимова, и после того, как все это завершилось, до меня дошло, что я была счастлива, что на этой тренировке была пара Андрей и Елена Акимовы. И я увидела, как отношения друг к другу, как они складываются. Это настолько нежные, настолько чистые отношения, настолько искренние, что меня это просто восхищает. И еще хочу добавить, что первая тренировка, Татьяна, я проходила у тебя, и я была счастлива, что ты ее проводила с Алексеем. Это было так здорово и сильно, и меня это очень восхищает, когда на тренировках именно пара. Это чудо для меня.
Я понимаю, что здесь выстраиваются отношения не только между мужчиной и женщиной, и отношения в жизни с людьми, с детьми, с родителями. Все хочется любить, всем хочется говорить приятные слова, все хочется поднимать еще выше через эти слова. То есть это настолько меня расширяет и развивает суперджамп, что даже окружающие мне уже говорят обратную связь. Для меня это очень огромный прыжок вверх, действительно, и мое расширение. Вот. Вот с этим я хотела... Спасибо большое, Наталья. Ты говоришь, и так вот, опять же разливается просто твоя любовь. Спасибо большое, Наталья. И спасибо, что ты сделала акцент на то, когда он и она, ну, муж и жена, да, пара, проходят вдвоем суперджамп, насколько они вместе поднимаются в новые качества отношений, да? Ты вот прочувствовала вот это, да. Это действительно так и есть. Да, и мне, Таня, спасибо, что такая семья, она действительно будет счастливой. И чем больше таких семей на Земле, тем больше Земля наполнится светом и любовью. Вот это мне важно. Наташа, а я тебе желаю встретить свою половиночку, потому что наша территория Суперджамп – это такое волшебство, что здесь же встречаются родные души. И если ты помыслишь и ты пожелаешь, обязательно встретишь человека, близкого твоей души, и вы будете счастливы. Я тебе искренне желаю таких высоких чувств любви, Наташа. Так что смело желай и рассказывай миру, кого ты ждешь, и непременно притянется этот человек, и вы будете счастливы. Друзья, кто же еще хочет нам рассказать о себе? У нас есть еще время. Есть еще желающие? Поднимайте ручку. Мы вам дадим слово. Так, пока у нас тишина. Нелли Алексеевна, вы хотите на слово взять, что-то сказать? Я бы без конца слушала. Первое, сначала я вас всех поприветствую. Я каждый раз, когда бываю на таких встречах, у меня праздник. Просто трудно сказать, в какой степени это праздник. С удовольствием. Когда Таня говорит... О ком бы ни говорила, это песня. И я сразу вспоминаю ваши стихи, Татьяна. Поэтому я любуюсь, у меня даже мысли все куда-то ушли. Единственное, хочу сказать, действительно, мы в том месте, где надо. Мы делаем нужное дело. И мы победили себя. И несем, и будем нести, продолжать будить людей. Так трудно, спят многие, очень многие спят. Но мы разбудим или будем уже. Спасибо. Нелли Алексеевна, вам спасибо, что вы, вот, невзирая там, может быть, на возраст или какие-то судьбенные такие положения, что вы с нами, что вы находите в себе вот эту силу участвовать в преобразовании этого мира. И вы стараетесь, это вот видно через улыбку, через то, как вы говорите. Это очень мощно. Вот вы знаете, то, что люди разного возраста включены в эти процессы, это самое ценное. Это говорит как раз о высокой человечности этого процесса. То, что и дети здесь участвуют. Да, у нас есть интеллект-тренер, которому там 13 или 14 лет. Есть люди преклонного возраста, очень взрослого возраста, да, и все равно они включены, они вовлечены, они нашли этот смысл жизни – помогать людям, помогать человечеству. Это прекрасное явление. Я просто вот боготворю вас, людей зрелого возраста, что вы даете себе здоровье, своему окружению. Ведь это такая ответственность. Человек не просто на диване, да, у телевизора и просто смотрит, что там происходит, а он включен в такой глобальный процесс преобразования всего человечества. Вот. И я знаю, что если среди нас есть такие люди, как Нелли Алексеевна, да, конечно, мы побеждаем. Мы побеждаем
вашим зрелым духом, вашим возрастом. Вот. Я благодарю вас сердечно, что вы с нами. Спасибо. Друзья, кто у нас еще хочет выступить? Пока ручку никто не поднимает. Я хочу напомнить о том, что, друзья, ну, все-таки, может быть, кто-то еще поднимет руку. Я хочу напомнить, что мы на самом деле живем ведь в двух мирах. Вот он наш физический мир, где живет наше тело, где живет весь наш материальный план. Но есть еще наша метафизическая вселенная. Наш метафизический мир — это наши мысли, с помощью которых, собственно, все и происходит. И если представить, вот я как суперджамп представляю, что если мы начинаем транслировать во Вселенную, а Вселенная для меня — это как зеркало, да, вот здесь вот, вот зеркало над нами стоит, небеса — это как зеркало, и мы в это зеркало отправляем какие-то картинки, какие-то образы, вот, мы их транслируем туда, и нам в ответ небо начинает давать эти события, эти процессы, вот эти вот возможности какие-то. Все, что мы тут в небе нарисовали над собой, нам все же так же и дается. Видите, какая великая ответственность быть носителем самых лучших мыслей, самых светоносных. Вот в этот момент оно происходит, как будто бы для меня вот эта вот связь с Богом, честно говоря, суперджамп. Возможность людям помогать – это вот связь с Богом, да. Кто-то может там, допустим, в церковь ходить, там с Богом разговаривать, кто-то в костел там или еще куда-то, да. Мы не трогаем религии. Здесь мы говорим намного шире и больше о том, что вся Вселенная, высший разум, Бог – это все нам изначально вот это качество дал нам быть волшебниками. Творить свою реальность, творить мыслью. Многие из нас забыли. И сейчас суперджамп напоминает, друзья, делайте аудиотренинги. Защищайте себя от ментального мусора, защищайте и творите новую реальность. И у вас все получится. Все непременно будет сбываться. И вот, мне кажется, высшее начало, Бог, он как раз и будет счастлив, когда мы будем вот такими настоящими творцами. Вот, я вот так вот чувствую, потому что уж он, когда нас творил здесь на земле, он наверняка нам всем желал только счастья и видел нас, своих детей, именно счастливыми здесь на земле. Поэтому, когда мы становимся счастливыми, мы становимся ближе к Богу. Вот это мое такое личное понимание. Я вне всяких религий, я уважаю, пусть будут религии все, кто что, как выбирает какой-то свой духовный путь. Для меня Бог – это более широкое понятие, когда идет объединение всех религий, всех духовных путей на земле. И мы общаемся с божественным началом через свою душу, через эту частичку. Вот. Друзья, я, в общем-то, все сказала. То, что реальность мы творим сами, мы волшебники. Суперджамп нам напомнил с помощью аудиотренинга и других прекрасных жемчужин создавать новый счастливый мир. А теперь, друзья, смотрю, нету больше желающих. Я вас всех поздравляю. Мы уже с вами победители. Мы величайшие, легендарные. Мы чемпионы. Мы взошли на гору своих возможностей и идем еще, и еще, и еще. И пусть суперджамп продолжается. Годы, века, столетия. Пусть это все люди узнают. Вот это вот прекрасное свое волшебство. Пусть это все будет. Пусть это ширится. Пусть вся земля будет охвачено суперджамп, пусть во всех профессиях, которые сейчас существуют, появится качество интеллекта суперджамп, тренера, интеллект-тренера, пусть появится качество нас, наши такие качества интеллект-тренера, прекрасные мысли, улыбки, ощущение здоровья ментального, физического. Вы знаете, я вот обливаюсь каждый день, и всем людям на земле мысленно я, конечно же, желаю здоровья, счастья, любви, процветания. Всем, особенно вот где вот болевые точки, туда особо шлю. Пусть у всех в голове разгладится все это, пусть все темное уйдет, все, что оккупировало их мысли, и пусть все будут здоровы.
Вот такое у меня понимание. И что, друзья, до новых встреч. Я вас всех очень люблю. Я благодарю всех людей, кто сегодня выступил. Вы светочи, вы светоносные люди. И вперед у нас прекрасная жизнь, которую мы творим сами, друзья. Полетели навстречу процветанию. Счастливо, до новых встреч!